в стихах. Матвеев Богдан, 9 лет. Учусь в общеобразовательной школе номер 16 города Осинники. Я прочитала стихотворение Дмитрия Кедова «Зодчий». В основу текста легла народная легенда о строительстве храма Василия Блаженного. Храм Покрова. Дмитрий Кедов. Зодчий. Как побил государь Золотую Орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам и велел благодетель гласить летописцы с Казани в память он и побед, да выстроить каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чарами на один дых. И пришли к нему двое известных владимирских зодчих, двое русских строителей статных, босых, молодых. Лил свес ледяное оконце, был дух, вельми спертый, израстовая печка, божница, угар и жара. В босконных рубах перед Иоанном IV, крепко за руки взяв, стояли сии мастера. Смертный, можете ли церкву сложить иноземных пригожих, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю? И тряхнув волосами, ответили зодчие: можем. Прикажи, государь, и ударились ног царю. Государь приказал, и в субботу, наверное, на неделе, покрестясь на восход, ремешками убрав волоса, государев зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса, мастера вплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы, и работой своей горды купол с золотом жгли, кровлю крыли лазурью снаружи, а свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды, и уже потянулись стрельчатые башенки, дверки, переходы, балкончики, луковки до купола, и дивились ученые люди. За ней эта церковь краше неметаллических и пагод индийских была, был диковинный храм, богомазами весь измалеван, алтарей и при входе, и в царском притворе самом живописный артель монаха Андрея Рублева из украшен зело византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, даровато кричали купцам: покажи, чем живешь. Ночью подле народа креста приплылся в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь не провешь. Тать из засеченной плетью плахи лежал без цехана, прям к нему приставил очёсок седой бороды. В московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчик черной орды. А над всем этим срамом та церковь была как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места и весь как на сказку смотрела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом, в шапке монашьей, а вошел его царь от подвалов и служб до креста. И окинувшись взор его позавчатые башни, лепота, молодой царь, и ответили все лепота. И спросил благодетель: можете ли сделать пригожим, благолепнее этого храма? Другой, говорю, и тряхнув волосами, ответили зодчие: можем. Прикажи, государь, и ударили ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, что в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в землях рязанских и суздальских землях и прочих не построили лучшего храма, чем храм Покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, под тогами их били болезных и кидали их сирых на стылое лоно земли.
И в обжорном ряду там, где завы кабацкая пела, где сивухой росила, где было от пару темно, где кричали дьяки, государево слово и дело, в мастерах Христа ради просили на хлеб и вино. А стояла их церковь такая, как будто приснилась, и звонила она, будто их отпевала на взрыв. Запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры.